столице Белоруссии Цмоки Минск принимал рижский ВЭФ, и это была настоящая баскетбольная драма. ВЭФ отлично начал, идеальный быстрый прорыв завершает Арнас Лабуцкас. 13-4 к концу первой четверти в пользу белых маек. Но Александр Кудрявцев повел за собой партнеров. У него 3 перехвата в этом матче, и это сработало. После проигранного дебюта Цмоки прибавили, и вот уже Алексей Тростенецкий взлетает, чтобы изящно переложить мяч в корзину. Всего у форварда Минска 10 очков в этот вечер. Рижане вовсе не были настроены отдавать победу легко. Марек Смеерис закрывает подступы к кольцу. Это блок или перехват? Решать вам. У Мейериса 4 блокшота в этом матче. Всего 2 очка ведет ВЭФ в начале второй половины. Очень красивый сайдстеп от Кудрявцева, и Минск впереди. У Кудрявцева 17 очков. Плюс 8 уже минчане ведут. Капитан ВЭФа Янис Блумс набрал 19 очков, но попал лишь 4 из 14 с игры. А рижане разыгрывают еще один блестящий быстрый прорыв. Здесь прекрасно все. И пас за спиной от Гэдди, и классный данк Мейериса. Пятый номер белых оформил дабл-дабл, 11 очков, 10 подборов. За 2 минуты до конца Антонио Грейвс разрывает на дриблинге оппонента и затягивает ВЭФ в концовку. Дальше Блум спасует на высокорослого Мейериса, и тот словно вода сквозь пальцы утекает от защиты. Плюс 5 у гостей за 10 секунд до конца. Александр Семенюк бьет издали точно. Остается всего 3 очка, Минск делает перехват, и за 2 секунды до окончания времени сокращают отставание до 1 очка. Тайм-аут. Игрокам Цмоки нужно фалить, чтобы вернуть владение, но кандидат для этого выбран неподходящий. Блум оба раза точен. Дрю Джойс бросает сложный и дальний бросок. И 72-69 в пользу гостей. ВЭФ на 6-м месте, Цмоки Минск идут 12-ми.